Так, вайпер, не хочу на вайпере. Чего, медузой хочу поиграть. Чё так подумал, что я давно на медузе не играл. Слышь, а ты можешь подзаваливать свое накрашенное ебучей в то время, когда говорит Google мужик. Слышишь, я сам разберусь, ты его перебиваешь. В чем не делать, клоун. Прям вот хочется прописать двоечку по твоей шароварной сапи, точка без обид. Алло, ты, боец комнатный, завтра в школу вставать, черт, кому ты можешь что прописать двоечку? Дневник ты двоечку получишь по физкультуре завтра. Когда не сможешь подтянуться два раза. Черт. Биг тейсти комнатная нахуй. Отличные мясы, долбоеб на крипе. Нормально сдынаю. Бля, а можно не мясовать? Я реально заебался уже мясовать. Сколько можно, блядь? Мисс. Попал, да нихуя себе, фиксирую. Не, ну на виде пока разъеб, пацаны. Все видят. Черт, блядь. Не знаю, стики нет смысла покупать. Я лучше буду ветки есть, чем стики куплю. Алло, хуйнюсата. Ебальничков, не уважай предыдущих донатеров и прослушивай полностью, а может быть ты сам ебальничек, потом высирай свое ебанное слышь, мнение. Слышь ты нахуй, черт, сюда блядь. Приходит может быть ты сам овнишь ебальничек, и мы в октагончик выйдем. Чисто решить вопросики один на один нахуй. Тупо унизил очередного донатера. Но мид выигран в салат, я считаю. 11 денаев, его переденаил просто в хламы. Я единственное не понимаю, как я в этой дурке вообще еще живу, потому что когда вот таких 320 стримов... Вчера гадала на кофейне Гущева, черт, сегодня захожу на твой стрим и вижу, что у тебя черты, черта лица, и сразу все сошлось. Черт на стримере. Долбоеб и пиздобол. Черт это ты, понял, клоун? Не я черт, а ты черт. По всем параметрам донатер черт. Ох, нихуя себе там откусило. Вы видели, сколько там ебало отлетело? Там просто на вас нет лица. Я сейчас еще охуею, вообще лес зафармлю. Сюда нахуй. Все, минус крипы. Сейчас еще стакну, вот тут фарману. Ну, у меня фрифарм. Фрифарм это когда ты фармишь 100% из того, что можно. Даже больше. То есть никто не мешает. Там Демеля что-то попробовал, но он больше времени проебал, чем что-то сделал. То есть, да, он помешал стак сделать, но там все равно двойной стак есть. Блин, там, кстати, Леон плюс Лина есть. А знаете, что это значит? Это значит, что Лагуна плюс пальчик и попался мальчик. Вот так оно может быть. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет. Ладно, я не буду выебываться, потому что я сейчас вышел, только маму потеряю. Еще он мне Леон пососет, оно мне надо вообще. Ну, на мид, видите, Леон, Лина, Земеля, то есть они меня вообще хотели убить, а умер Дазл. Кстати, счет 0-4. У меня, кстати, Дазл ассоциируется уже с поражением. То есть вижу Дазла в команде, но если не я на нем, потому что я в миде, помните, недавно... Кирюха зашел, я на Дазле скилл показал. Разъебал вообще без шансов, все подтвердят. Там разъеб соломит Дазлом против СФа вообще был нереальнейший. Кстати, знаете, почему вчера черт не запустил нихуя? Да он просто девочка, которая обиделась на своих донатеров. Черт, ну а что тут поделать, если твое ебало настолько смешное, что оно в соло в КВН выиграет? Ты долбоеб, причем тут чье-то ебало, это первый момент. И причем здесь вообще, блядь, обиделся на донатеров, блядь. По какому поводу я должен был обидеться на школьников? Ты забыл уточнить. Почему я должен на кого-то здесь обидеться? Ребят, ебут. Сейчас мне пальчик вставят, блядь. Пацаны, ебут пиздец. Вижу уже 5 телепортов на сейв. Подсейвили, помогли всей командой. Ну, команда руинеров опять. То есть, типа, 7-1 счет. 0 помощи, 3 плана миде. Типы въебали все боковые лайны. То есть, выигран только мид. Ладно, я на мид вернусь пока. Ну, типы пошли втроем на мид, потому что Лина его проебала и ничего не может. То есть, естественно, он друзей позвал. А учитывая, что все боковые лайны проебаны, друзьям что делать? С крипами стоять? Нет, они все на мид пришли. А в чем я, пацаны, пошли на топ? Ладно, мужичок, я, если что, райт-клик на тебя нажму, хорошо, и мы вместе с тобой пофармим, правильно? На кого, на меня? На меня райт-клик, брат, или на кого? Нажми. Типы въебали все линии, а теперь начинается нытье, поиск виноватого, блядь. Долбоебы. 0-4, 1-5, блядь. Пацаны играют в доту. Здорово. То есть я свою линию разъебал. Меня Лина вообще не фармила. У меня 18 динаев, и чувак постоянно в лес уходил фармить, и у меня полнейший фрифарм с мида. Пока не пришли друзья на мид. Да, блядь, нажмись. У меня телепорт не жмётся. Подожди. А, у меня люди.
Я думал, у меня кнопка сломалась. Вот ты живешь с Алиной. Она общается с другими чуваками в ДС. Как ты к этому относишься, не ревнуешь? Вообще, я тебе на будущее скажу. Ревность — это слабость. То есть, типа, это значит, ты не уверен в себе. И, типа, это очень плохо. Это стоит задуматься. То есть, на будущее тебе. То есть, это плохие чувства, как ревность, зависть. От этого нужно стараться избавляться. Если у тебя такое есть, то нужно работать над собой, чтобы у тебя такого не было. У меня ульта нету. И команды тоже. Но я буду драться как мужчина. Давайте я его развел на ульт. А где команда? Команду не видели? Смотрите, у меня Джаггер утонул уже, да? Впереди. У меня утонул Джаггер. А, у нас два байбека при этом. То есть в меня ульту потратил Джаггер, и при этом у меня два тиммейта сдохло. Охуеть. Оо! I am understand! Why мы сосем, ебать! Я понял теперь почему. У меня дазл, блять, это. Бро! Hello, bro! Let's go! Let's go! Go, 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 go! Yes, yes! Very yes! Very yes, bro! Yes, yes! Good job! Good job! Yes! Хорош! Понял, понял! А то я думаю, что, блять, за хуйня происходит? А ну-ка. Все намного проще, чем я думал, блядь, оказывается. А где у нас дровка, блядь? Можно пообщаться с дровкой немножечко? Хотелось бы увидеть своего керри. Я, опять же, не настаиваю, но хотел бы увидеть, как выглядит мой керри. Опа, вот он. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то... Ой, как хорошо. Чисто к консерве подошел и нюхать пятки просто. Понюхать немножечко у Тимбера из-под шлема, нахуй, чем пахнет, блять. В упор подошел. Хорошего настроения, мужик. Олег настолько неревнивый, что даже делит Алину со своими друзьями, если вы понимаете, о чем я. Смешно. Стрей, забери у меня свой ключ от жопы, а то там проходной. Тройное ха-ха-ха в чат, ребят, поддержите друга легенду, он для вас старается. Просто я не вижу здесь смысла упарываться в Дейдалус, у нас дровка еще есть. То есть, типа, мне надо полутанком быть. То есть, я после аганима, может, даже скади сделаю. Ну да. Давай, Валера, удивляй. У него на втором мониторе постоянно лента идет с мотивацией по типу «Стрей, ты не клоун». «Стрей, ты не терпила». Олег, только не плачь. Поплачешь после стрима. Привет, усатая вафля. Усатая вафля, так твоего деда называли, когда вот во двор он выходил, ему со всех подъездов кричали вот именно это. Усатая вафля, ебать. Ты перепутал меня и своего деда, черта. Говоришь на меня, переводишь на деда, кстати, забыл уточнить. Давай, друг легенда, твоя очередь шутку заряжать. Поехали. Олег никогда не расстраивался из-за четверки. Ведь за четверку Стрея приходилось сосать за лупой преподов. А Крысольда Ольга любит такие штучки. Ха-ха-ха. И не обязательно говорить имя своей мамаши. Черт. Я слышу где-то звуки плохой драки. Застрял. Так, Валера, давай. Твоя очередь. Ага. По очереди. Стрей никогда не расстраивался из-за четверки, потому он понимал, что его грудь точно больше. А вообще, второй монитор — это классно. Ага. Так удобно монтировать детское порно и видосы сбитых бабок. Ой, блядь. Типа, уже учитывая, сколько стримов это продолжается, вот это одна и та же хуйня, я уже не знаю, что ответить. Типа, уже и нахуй посылаешь, не работает, блядь. Всем похуй, похуй. Ты нахуй чела посылаешь, он продолжает сочинять. Просто фантазер. Скажи, местные шуты, которые приходят чисто клоуны и смешат чат. Зато в чате смешно, правильно? А где моя команда? Можно, блядь, поиграть в доту? С командой. Хоть раз, блядь. У меня маны нету, чтобы утонуть, поэтому буду. На самом деле, ну, сам команды, не знаю, зачем ты. Повышенный стип пука на 1000 вряд ли стип. Но я уже забил. Кстати, можешь немного рассказать про свою учебу. На кого учился? А на аспиранта пошел за ям? От армии. Ебать, команда у меня хорошая, мне нравится. Команда молодости нашей. Команда, без которой мне не жить. Ладно, на самом деле тут ГГ. Да что про мою учебу рассказывать? Я учился в далеких 2009-2014. Время моей учебы. И просто, блять, ну, что про нее рассказывать? Играл в доту, параллельно ходил в универ, оставался на степухе, лутал бабло. По сессиям, на сессию отдавал бабло универу обратно, если ты понимаешь, о чем я. И на кого учился? Электроснабжение. На аспиранта пошел, ну, конечно, от армии. А зачем еще на аспиранта идти? Там, ну, едешь, по-моему, типа. Ну, тебе, да, блин, мне команда нужна, которая будет их держать как-то. Ну, типа, у меня типы сзади стоят, блядь, и смотрят. Вот нахуй мне нужны такие тиммейты. Чё, брат? Чё?
Ладно, сейчас Скади будет, буду замедлять. Не, ну теперь стрей может на втором мониторе увидеть, что даже в чате на него всем похуй. Ничего, стрей, отдохнешь, Борик, от меня. Ты, я осенью служить ухожу, буду убивать арабов в Сирии. Осуждаю максимально и не одобряю такие высказывания. На втором мониторе у меня чата нет. Чат у меня на одном мониторе, я табаюсь постоянно. На втором мониторе его. У Стрея делокация Назарбаева. Только Олег знает, где он на самом деле. Белгородский наркобарон лично организовывал ему побег. Спасибо за тысячу, дура легенда, очень смешно. Ебать, их развел на мире. Ну, смотрите, команда моя что-то будет делать. Я танкую. О, грейв на все ебало мне повесил. У меня все ебало в грейве, парни. Все ебало, тупо умылся грейвом. Good job, bro. Грейв на все ебало повесил, блядь. Бля, боец, нахуй. Дазл, ебать. Это дазл. Бля, парни, вот реально, типа, смотрите, клоуны выступают. Стрей, а нахуя ты в новогодние праздники захватил Казахстан и украл из администрации Алматы монитор? Очень смешно. Что, они за мной пойдут? Серьезно, пацаны? Я нажал, и все. Я акулу бак даю. Нужна команда, правильно? Которая стоит за спиной у меня. Ну, как бы я ее пока что видел, правильно? Поэтому я убрал руки и дерусь. Так, где команда? Смотрим. Ну, типа, что я могу сделать, если типы не хотят? Они стоят со мной и уходят, когда на меня нападают и стоят в лесу, смотрят. Стрей, почему без музыки? И почему не включаешь свою музыку для работяг? А так, Алижа, ты моя любимая гачи-векамщица. Недавно посмотрел твой гайд, как пороться в туза для начинающих. До сих пор нахожусь под впечатлением того, что ты вытворял с бутылкой. Точка, ты смог ее вытащить в итоге. Спасибо за донат, очень смешная штука. Два клоуна донатят третьему клоуну. Ты забыл уточнить. Нет, я не являюсь Олег, клоуном. А можно вопрос, когда ты уже выпустишь в продажу баночки со своими куками? А то анонсировал 2 месяца назад, а до сих пор нет. Ну, я думаю, нет смысла уточнять, что донатер балабол, и где пруфы, что я что-то анонсировал или хотя бы что-то подобное говорил. Если пруфов нет, то ты, получается, балабол. А если балабол, то нам не о чем говорить, потому что я не общаюсь с балаболом. Дровка вроде напихивает, но вот этот вот сборка, знаете, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, сильвер плюс кристаллис — это признак долбоеба. Но так как вы видите все мою команду, понятно, что тут долбоеба 4. Вот, поэтому это неудивительно. Радует, что у него, ну, топор, это понятно, у каждой уважающей себя дровки на 40-й минуте должен быть топор. Кристаллис сильвера, я бы, наверное, сделал еще один кристаллис, потому что чем больше кристаллисов, тем больше критов, а чем больше критов, тем больше дэмэджа, а чем больше дэмэджа, тем ты быстрее убиваешь. Логично? Логично. Олег, привет. Я сосед снизу. Мы с твоей мамой уже повеселились и думаю, можно отдавать обратно. Открой дверь. Через 2 минуты подойду. Очень смешная шутка, но я не живу с родителями, поэтому ты оподливился еще на стадии пиздежа. Андрей, Дима, на какие бутылки лучше садиться? Ты, как очень опытный в этом вопросе, можешь дать совет. Я могу дать совет начинающим шутникам, что это было очень смешно, пацаны, и предлагаю задуматься. Реально, чел может в шутку. Спасибо за донат. Ха-ха-ха, причем тройное, ребят, в честь донатера. Ну, заслужил, реально заслужил. Фанат друга легенды. Все уже, друг, знаешь, легенда уже никнейм лучше. Уже все Руфу говорит о донатере, его. Как о человеке. Без тебя этот есть, стрим типа, был бы умелым говном, как стрей этом, его конченый инстаграм. Можно молча донатить и ничего не писать, стрей нам на самом понятно. Деле сильно очкует, когда его унижают, хотя пытается показать обратное. Так никто никого не унижает. Даже я никого не пытаюсь из вас унизить, я просто шлю нахуй долбоебов не смешно. А где ты увидел унижение? Так у тебя пруфов нет, когда ты моего деда чертом называешь, нет, получается, и ты был и болусат. Нет, смотри, ты черт, потому что ты донатишь хуйню, оскорбляешь, балаболишь и ведешь себя как черт. Соответственно, отсюда я могу сделать вывод, что твой батя тоже черт, потому что только черт даст воспитание такое своему сыну, черту. И, соответственно, раз твой батя черт, значит твой дед, то есть отец твоего бати, тоже черт. Вот тебе тут. Потому что так воспитал батю, как черта. Получается, у тебя семья чертов. Олег, привет. Как бы, я твой сосед внутри. Парируй. Тебя. Иными словами, один из многочисленных глистов в твоем жирном организме. Хотел сказать, что ты нехороший человек, и в тебе реально куча говна. Спасибо за 200, очень смешно. Типа, пиздеть, приходить в каждом донате на меня пиздеть. Так, что у нас по шмоткам? В каждом донате на меня пиздеть.
а потом говорить, что я нехороший человек. Это охуенно, типа, логично. Особенно делать это на одной трансляции. То есть это вообще охуенно. Тебе все поверят же, да? Это ж я на тебя просто так. Ты такой пришел со мной, поздоровался в донате. Написал мне что-то адекватное, положительное. А я такой начал на тебя пиздеть. Да, это ж так было. Не наоборот же. Не ты же на меня начал пиздеть и буровить хуйню. Поэтому получается, я как человек хуёвый. Ну, как бы логично, да. То есть, если ты человек наоборот, то получается, да. Получается, ты прав. Но для любого адекватного человека, ну, как бы ты балабол и клоун. Деф базы. Мне это нравится. Бук есть? Нету. Я бы почитал. Опа, иллюзию мы, конечно, разъебали. Разъебали, блин, да и Далус есть, а 25-го нету. А как получить 25-й, если я первый умираю? Как получить 25-й, если я ни одного грейва за игру не получил? Точнее, один получил, но извините, он у меня на все ебало был. Как раз к моменту, когда меня отпиздили, грейв закончился. То есть грейв не на лоб хп, а на фул хп. У нас Дазл наоборот. Может быть, он взял талант на хил? Не, не взял. Я думал, он взял... А, это на 20-м левеле будет этот What талант. Я понял. Да. Пацаны такие думают, блядь, где бы подраться, когда мы сосем? У врагов поедет есть. Давай выйдем с базы, типа, и просто пойдем драться вне базы. Oh, ну, это, типа, ну, настолько ж правильно, типа, так все делают. Вот International пацаны выходили и вне базы пи***лись, всегда, если сосали. Привет, стрим. Привет. Хорошего стрима тебе. Спасибо. Можешь передать привет Артему Корневу с Одессы. Тёмыч с Одессы, тебе привет от меня и от твоего друга. Спасибо за поддержку, братик. И спасибо за донат. Да, другу привет твоему. Что-то больно. Опять же, я не эксперт, но больновато. Ну, я как бы... Где грейв? А мой грейв в таверне. Ну, я все тогда. Да тут без шансов, типа, как это выиграть, если нету команды. 45 минут, просто нету команды. Это вообще пиздец. Блядь, смог выиграть. Какие же вы хуёвые, пацаны, блять, мне аж. Мне не то, что вам жалко, мне жалко время, которое вы проебываете на эту игру. Бесполезно, брат. Купи еще один кристаллис, блять. У тебя их будет три, по сути. Один скрытый и два по факту. Ебани кристаллис просто. Кристаллис. Ебани вместо стиков, пожалуйста. Ради меня. Продай. Ну, блять, давай по твоей логике. Я не вижу твоих. Значит, я могу сделать вывод, что ты инвалид. Я не вижу твою девушку, значит, получается, что ты гей. Что ты несешь? Мало кто знает, но даже по знаку зодиака легче. Очень смешно. Такого знака зодиака нету, ничего? Так, а сколько пальцев? Олег, это опять сосед снизу. А Леон, я посмотрел чат с твоими подписчиками. И ты их очень сильно унижаешь. Я после игры. Следовательно, я унижу твою маму. Поэтому она немного задержится. Мать не трогай! Вот мать не Ничего трогай! Ничего личного, ты мой любимый кукол. Мать не трогай! Осуждаю такие высказывания. Спасибо за игру, худшую. Но это прям одни из худших. Но Дазл точно, чувак на дровке, типичный бездарь.